Ключ-икра. Когда вы играете, вам по-настоящему хорошо, и ваши хорошие чувства притягивают в вашу жизнь благоприятные ситуации и обстоятельства. Жизнь должна доставлять удовольствие. Закон притяжения не знает и не различает, где у вас понарошку, а где реально. Все, что вы вообразите и ощутите, станет реальным. Чего бы вам ни хотелось, воспользуйтесь своим воображением. Возьмите себе в помощь любую доступную вам подпорку, придумайте игру и играйте. Действуйте так, будто желаемое у вас уже есть. Все, что вы можете представить и наполнить своими чувствами, вы передаете закону притяжения, и потому должны получить желаемое. Если получение желаемого затягивается, это вызвано тем, что вам требуется время для настройки на эмоциональную частоту, совпадающую с частотой вашего желания. Когда вы по-настоящему взволнованы каким-то приятным событием, когда вы изумительно себя чувствуете, используйте эту энергию и представьте то, о чем мечтаете.